Александр и персидские послы. Нужно отметить, что Александр Македонский проявил себя уже будучи маленьким мальчиком. Известен такой факт, когда в отсутствие царя Филиппа в Пелу, столицу Македонии, прибыло персидское посольство, то придворные были сильно напуганы, что делать, царя нет в городе, кто сможет принять посольство. Маленький Александр, которому было 7 лет, удивленно посмотрев на придворных, пожав плечами, спросил, что, разве меня тоже нет в городе? И 7-летний мальчик принимает персидское посольство. Когда персы вошли в тронный зал, они увидели маленького Александра, сидящего на троне, так что его ноги даже не достигали подножия престола. Пряча улыбки в свои пышные бороды, персы думали, на чем сможет говорить с ними этот маленький мальчик. Но когда началась беседа, персы оказались в очень сложной ситуации. Маленький Александр задавал такие умные вопросы, например, как быстро добраться до вашей столицы, сколько солдат в вашей армии, что персы оказались в сложной ситуации. Они должны были либо лгать, либо стать предателями собственной страны. Таким образом, Александр впервые проявил себя как человек государственный.